Сотни нарьянмарцев и жителей округа снова встанут в ряды бессмертного полка 9 мая. Для акции региональным центром молодежной политики, издательским домом Ненецкого округа и нашей телерадиокомпанией изготовлено более 500 портретов участников Великой Отечественной войны. Участником бессмертного полка может стать каждый. Единственное условие для присоединения к акции – помнить и гордиться своими героями и их великой победой. О том, как стать участником и какой путь предстоит пройти наследникам победы, расскажет Любовь Пермякова. 9 мая, в День Победы, бессмертный полк пройдет по улицам Нарьянмара. Формирование колонны начнется в 10 часов утра здесь, на улице Ленина, возле третьей школы. А в 10:30 бессмертный полк двинется в сторону улицы Ваучейского. Далее участники колонны «Бессмертный полк» повернут налево, возле дома Ленина, 19, на улицу Ваучейского. По улице Ваучейского бессмертный полк продолжит свой путь до площади Марацей. Пройдя через площадь Марацей, шествующие выстроятся в две колонны возле сцены. Здесь, на площади Марацей, участники акции выстроятся слева и справа от сцены перед флагштоками. По завершению митинга участники акции продолжат прохождение по площади Марацей вслед за колоннами военнослужащих, кадетов и сотрудников МЧС. Выйдут на улицу Смедовича, пройдут мимо обелиска Победы и завершат движение на площади имени Ленина. Организаторы акции ждут всех желающих с любыми фотографиями, пожелтевшими от времени, восстановленными. И если даже фотографий нет, то можно прийти с табличкой. На табличках краткая биография или просто имена. Это просто дань памяти нашим предкам, нашим дедушкам, прадедушкам, те, кто воевали. И это еще один способ нашему подрастающему поколению рассказать вот о той войне, о тех войнах, о их предках, потому что это все уже забывается, живые ветераны, к сожалению, уже уходят от нас, все меньше и меньше участников войны. И вот эта акция как один из способов сохранить вот такую память. Акция «Бессмертный полк» впервые была проведена в 2012 году в Томске. Тогда по центральной улице города прошли более 6 тысяч человек, пронеся более 2000 фотопортретов участников Великой Отечественной войны. В 2013 году акция проходила уже в 120 городах и селах России. В 2015 году акция по всей стране объединила 12 миллионов человек. Сейчас «Бессмертный полк» уже не только всероссийская, но и мировая акция. Шествия в прошлом году прошли в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Южной Корее, США, Израиле, Норвегии, Австрии. Всего за 3 года «Бессмертный полк» превратился в целую армию, в которой никто не забыт. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».